Плотинка у нас осталась позади. Подошли мы к зданию, я так понял, администрации города здесь. Классные старинные здания. Но все так освещено. И я так думаю, что мы здесь на площади Ленина, раз здесь памятник Ленину стоит. Здесь большая площадь, выложенная брусчаткой, как на Красной площади. Так, а нам надо пробираться сейчас к метро. Пойдемте. С администрации города мы плавно переходим на здание «Пассаж». Да, оно, пожалуй, ярче всех освещено. Проспект Ленина, 25. Так, доходим мы до пешеходного. И поворачиваем налево. Да, здесь весь проспект в красивых огнях на столбах сделан. Так, где у нас пешеходный? Здесь. Так, идем. В сторону метро. И уже так хочется согреться. На деревьях как сделали плачущие огоньки. Надо подойти посмотреть. Не часто такое увидишь. Красиво. Ну что, как бы не было красиво, надо возвращаться. Так, метро площадь 1905 года у нас где-то рядом. Совсем-совсем рядом. А здесь пешеходная улица, как у нас в Нижнем, Покровка. Друзья, ну вот мы и вернулись на площадь 1905 года, откуда мы, точнее, откуда мы и начинали наше путешествие. Кстати, проезд здесь стоит на метро 32 рубля. Это так, для информации. А сейчас
нам нужно вернуться на свою конечную, с которой, на конечную станцию, с которой мы и начинали. Возьмем жетончик. Да, стоимость жетона 32 рубля. На улицу Ботаническую, на станцию точнее. Thank you.
Да, красивые станции. Как фюзеляж самолета, да? Да, только сейчас посмотрел. Что, друзья, провел я вам небольшую экскурсию под станцией Чкаловской. Мне уж больно понравилось здесь. А сейчас едем до станции Ботанической. Наша станция с пчелиными сотами. Так, выход в город. Идем домой. Так. Ну, на улице у нас уже ночь. Наш дирижабль. Откуда уехали, туда и приехали. Ну что, друзья, как вам экскурсия по Екатеринбургу? Да, получилось, конечно, не так, как хотелось, но как получилось, друзья.